В нашем районе есть немало профессиональных, неравнодушных к своей работе преподавателей художественных школ. Они не только воспитывают чувство прекрасного в юных художниках, передают им свое мастерство, но и сами занимаются творчеством, добиваясь успехов, отмеченных на высоком уровне. В Славянской картинной галерее состоялось торжественное награждение преподавателей художественных отделений детских художественных школ города Славянска на Кубани и Славянского района, принявших участие в 6-м международном творческом форуме «Мир. Как его вижу я? 2021. Прикосновение». Лучшие на муниципальном этапе получили возможность выставить свои работы в Краевом музее имени Коваленко. Член совета при главе губернатора Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, председатель комиссии по доступной, комфортной, безопасной среде Павел Снаксарев вручил наиболее отличившимся педагогам дипломы различных степеней. Это тот уровень образования, искусства, культуры, который имеет не только Краснодарский край в общем, но и каждый муниципалитет. Вы представляете, у нас здесь 12 наград. Это значит, каждый получил по заслугам, оценивал их труд. Эксперт Министерства культуры России, который находится у нас. И это достаточно приятно, то, что ты участвуешь вот в этом процессе. И когда ты видишь их глаза, которые понимают, что они делают, они знают, что они делают, они знают это дело, это качественно. Ну что, это плохо разве? Это великолепно. Великолепно для меня, как организатора, для председателя жюри, эксперта Министерства культуры России, и приятно для муниципалитета, который не зря вкладывает в том числе и в ремонт вот галереи, которая сейчас есть. За картину «Родные места» педагог детской художественной школы Алена Казакевич была награждена дипломом первой степени. Для нее это очень значимо. Работа в художественной школе доставляет мне большое удовольствие. Хожу я на работу, ну, с радостью, и это не просто слова. Когда на уроках я рассказываю о том, как применяются знания детям это всегда очень интересно. И когда есть какой-то результат, помимо того, что я на уроках детям рассказываю, как нужно рисовать, а также есть в моем творчестве, есть какие-то награды, есть какие-то победы, для детей это работает дополнительным стимулом. Поэтому участие в такого рода фестивале для детей тоже будет, надеюсь, тоже стимулом для того, чтобы работать, развиваться, не останавливаться. Быть художником сразу не получается. Художнику нужно учиться в течение всей жизни. 6-й международный творческий форум «Мир, как его вижу я, 2021. Прикосновение» дал отличные возможности для творческого взаимодействия представителей художественного сообщества. А это очень важно и для творчества, и для воспитания подрастающего поколения. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События».